Победители стартап-студии Юргу, студенты Максим Горбук и Александр Шувалов создали мобильное фитнес-приложение. Разработка представляет собой социальную сеть, в которой каждый пользователь может не только заниматься спортом, но и участвовать в благотворительности. Одной из главных фишек нашего приложения являются уникальные краткосрочные марафоны и челленджи, в которых пользователи могут бороться за различные награды, как материальные, так и особые виртуальные статусы. И все это доступно совершенно бесплатно. Сейчас же мы получили грант в размере 1 миллиона рублей от Фонда содействия инновациям в конкурсе «Студенческий стартап». В приложении также есть платная подписка, которая позволяет пользователям участвовать в более уникальных соревнованиях и получать соответствующие награды. Кроме того, в Charity Workout существуют разнообразные программы тренировок, где каждое упражнение объясняется доступно и добавляет мотивации участникам. Каждую неделю пользователям, абсолютно всем пользователям, будет предоставлена возможность поучаствовать в уникальных челленджах, суть которых может заключаться либо в наибольшем количестве отжиманий каждого человека, вплоть до кто дальше пробежит расстояние. В челленджах может участвовать абсолютно любой, как с другом, так с приятелем или компанией друзей. Делать он может это в любом месте, либо на работе, либо на отдыхе с друзьями. Сейчас проект принимает активное участие в грантовых конкурсах и готовится к запуску на различных мобильных платформах. Как признались авторы приложения, их главная цель – сделать занятия спортом более интересными и осознанными.